Привет! В эфире свежий выпуск хип-хоп-чарта. Каждую неделю я знакомлю вас с лучшими рэперами Казахстана, представляю новинки и результаты вашего голосования. Сегодня я также расскажу вам о хип-хоп-баттле, в котором одержала победу 55-летняя женщина. Удивлены? Я тоже. Но обо всем по порядку. Меня зовут Руслан Асанов, и мы готовы начать. По традиции сначала я ознакомлю вас с аутсайдерами этой недели. Их сегодня много. Группа «Гильдия», видимо, не вдохновила вас своим возвращением. Прощаемся с парнями. Павлодарцы и Залим Стар, вам тоже мы говорим до свидания. Денег много не бывает. Спасибо за эту аксиому, но несмотря на правду жизни, зрители вас не поддержали. Армагеддон и Вадим Тюфякин покидают наш чарт. Последний аутсайдер на сегодня — Даулет Дюсембай. А вот и самое интересное. Новинки недели. Их тоже много. Начнем с эксклюзива. Гипноклаун вернулся с новым клипом, который нас, главный действующий персонаж проекта, решил презентовать именно в хип-хоп-чарте. Сарва, карма, социальные цвета.
Еще одна крутая примера. Dakota Jazz наконец-то обрадовали своих поклонников новым видеоклипом с интересным названием «До следующего лета». Что бы это значило? Что мы не услышим от ребят ничего в ближайшие 7 месяцев? Надеюсь, все же это просто название песни. Не буду много говорить, друзья. Смотрите сами. Крутая премьера в хип-хоп-чарте. До следующего лета вы оставили нас одних, но не перестали манить. Да мы сами ни на миг не встанем у них на пути. Еще один счастливчик, который может попасть в чарт. Чувак с крутой фамилией – Николай Работягов. Рэп – это его хобби, коим он увлекается с самого детства. Парень работает в продакшене и занимается съемкой видеоклипов, рекламой и кино. Ничего себе! Запоминайте фамилию и ищите чувака в сети. Может, и вам чего-нибудь снимет. Пугает в отражении твои мешки под глазами. В них вижу капли слез, те, что пролиты в начале. Прокуренная ванной на подоконнике, пепел у тебя своя правда, у меня холодная спальня. Стучим по очереди в запертые двери. В страсти очнемся. Юнус Перс тоже порадовал новинкой. Правда, это не тот клип, о котором мы рассказывали вам в прошлом выпуске. Дрянные девчонки и пошлости в туалете. Нет, это не он. Но эта работа тоже заслуживает уважения. Хотя бы потому, что Юнус — первый казахстанский рэпер, который записал совместку с MC Сайлаубеком. Хитмейкер Сайлаубек разрывает YouTube и уже пробивается на телек. Уважуха! Итак, Юнус Перс и MC Сайлаубек. Давай взрывай! GMC, так парня называют друзья. Второй чувак — Аблайхан, сумасшедший фан Эминема. Часть его имени плюс часть имени Эма получилась Ханем. Интересные псевдонимы у пацанов из Актобе. Клип снят сравнительно недавно, 25 сентября. К шедевру приложил руку известный клипмейкер из Актюбинска Шокан Адай. Что из этого получилось, вы можете увидеть прямо сейчас. GMC и Ханем, трек Infinity. Қазақ рэпі жарықсыз, бөлмін секілді қараңғы. Инфинити жарықты жағады, мынаны қараңыз. Қазіргі қандай жағдайы, қазақ рэптің ойлансаның бір. Последняя новинка на сегодня. Победитель двух батлов — Орда Рэп и KZ Рэп. King Leader, так зовут исполнителя, прислал нам несколько видеоклипов. Мы выбрали один, дуэтный. На создание видеоработы ушло всего 5 дней. Давайте глянем клипец. Пацаны из 21-го квартала. King Leader и Сырым. Алғашқы комплимент, осындай сөздерім білемін саған керек. Келі салмаса, какой привет, такой ответ. С новинками вроде как все. Напоминаю, что полные версии новых видео вы можете посмотреть на сайте muzon.tv в разделе Hip-Hop Chart. Там же за пацанов можно и проголосовать. Двигаемся далее. На горизонте десятка лучших хип-хоп клипов недели по итогам вашего голосования. Открывает чарт Destiny с клипом One Life. На прошлой неделе мы представили это видео в числе новичков. На этой парниша уже на 10-м. Повезло, а ведь еще чуть-чуть, и он бы не попал в наш чарт. Удача или реальная любовь поклонников? Ответ на этот вопрос узнаем на следующей неделе. Менің көшемнің ұрталығы саған таныс талай. Біздер талғамаймыз өмірді, жүректе тек one life. 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 Менің көшемнің
кварталығы саған танысталай Біздер талғамаймыз өмірді жүректе тек one life 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 Оу-оу Мен ораламын Әлі талай Көше күтеді Көше қалайды Олай болмайды Қайдағы бай, блядь Біздер келгенде Олар жылайды Автоматикалды мен узи Сөздерімен тағы да джузи Оларға керегі атақ Қыздарына жасайды куни Биф жазады балам Керегі оған трап Артып қалып қойған балдар Іздейді пиар бірақ ол трабыл Көшемнің ұрталығы саған танысталай Біздер талғамаймыз өмірді Жүректе тек one life 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 Менің көшемнің орталығы саған танысталай Біздер талғамаймыз өмірді Жүректе тек one life 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 Сендерге керек болғасын мен жасадым Достарым риза Жаулар жылады Күтті жалады Фитті сұрады Ақша төледі Қайта жақындады Қазақша рэп жақсарған жоқ Өзгеріс әлі дым болмады Бұдан 2-3 жыл бұрын болған Рэппен әлі ауыспады Шыны керек қазақ рэптің фанаты мен дым болмадым Қоршаған таксика ман секілді Арзан кайфпен қуады Әлі болмады Өзгеріс болмады Қайта жасады Қайта қуады Біздер талмадық Орынды алдық Қазақстанда мақтанудан бірінші орынды алдым Кешір мені, мама Кешір мені Сенің балам бұрынғыдан ол өзгерді Бәрі басқаша, бәрі жақсы Саған сөз беремін болуға бірінші Көшемнің ұрталығы саған танысталай Біздер талғамаймыз өмірді Жүректе тек one life 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 Менің көшемнің ұрталығы саған танысталай Біздер талғамаймыз өмірді Жүректе тек one life 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 That.com Джакалип катится вниз, правда только в нашем чарте почему-то. В творчестве у Бахи все круто. На днях у него был концерт в Питере, а недели две назад он вернулся из Лондона. Это о чем говорит? О том, что Баху слушают и любят по всему миру. Предлагаю закрепить свою любовь активным голосованием на сайте. Заходите и отдавайте голоса за клип Sunshine Lady. Muzon.tv, раздел хип-хоп чарт. А пока Джакалип на 9-м. Зима ушла, с ней прошли холода. В прошлом выпуске мы заменили видеоклип Скриптонита, убрали твой и поставили стиль. И это, надо сказать, повлияло на результаты голосования. С 6 места на 8. Неужели клип твой круче? Или вы еще не вошли во вкус и не прохавали крутейший трек стиль? Советую чаще заходить на muzon.tv в раздел хип-хоп чарт и голосовать за Скрипи, который, кстати, 26 октября представил новый трек «Лям». Клипа, к сожалению, пока нет, поэтому довольствуемся только композицией. Жаль, ну а Скриптонит с клипом «Стиль» на 8 строчке. У нас треть города не тащит физикой, но тащит духом. Немного новостей из казахстанского хип-хопа. Big Som совместно с Drama Tag выпустил новый видеоклип. Гимн фестиваля Актау Open Fest.
За сутки видео набрало около 3000 просмотров. Еще одну новинку выпустил алматинский рэп-исполнитель Уанма. Парень выложил в сеть клипец под названием «Мудрый Аксакал». Но и это еще не все. Прокс наконец-то вернулся. И не один. Ведущая телеканала Музон Виджей Ро тоже читает. Кстати, вот она. Привет, Ро. Привет, Глэм. Я знаю, тебе не разрешили презентовать свой трек в хип-хоп-чарте. Так что пока. Тут нет ничего личного. Сори, только бизнес. Настроение окей. Нижний на все 100. Думы с травоскопы, мы как будто НЛО. Ты как НЛО. Он как НЛО. Я как НЛО. Тут все как будто НЛО. Настроение окей. Жесть. Прокс. Ро. НЛО. Давайте вернемся к нашему рейтингу. Еще одно падение в нашем чарте. Причем такое нехилое падение. Ки Тайлер с третьего места свалился на седьмое. Казалось бы, 4 позиции. Но если парниша каждую неделю будет терять сразу по 4 строчки, уже через 7 дней мы не сможем лицезреть его клип. Советую менять ситуацию и поддерживать чувака голосами. Кстати, напоминаю, что и ваше видео тоже может появиться в чарте. Присылайте свои видеоработы на vj@muzon.tv, и мы с радостью поставим твой клип в эфир. Everybody know they can never fuck with me. 772 and we'll say what up with it. Grind so hard we can never act needy. Everybody down with the shit. Test us, pull up on you out quick, quick. When I get the floor, they be like sick, sick. Killer B with a hit, everybody get lit. Mellow. I'm so fucking mellow. Talk to your girl, I don't care, I'm like hello. Shots are Kairat, no Almaty is yellow. Shots are Chirac, they be making that stack. We fucking whiteies, but we so fucking black. All I want, put my city on the map. Just like whilst here, I'll get racks on them racks. So, though, live your life, yo. Mirror on the wall. If you're there, then I'll hold me. That's my 3 songs. I started with one, that's the asking for more. I couldn't rip yours, I'm like, here you go. Just like this, so I'm like, here you go. Bitches be dropping that thing to the floor. Popping that pussy, cause my shit is raw. I'm in love with my city. 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 Thought I'm gone, bitch, I'm here to stay. Thought I'm gone, bitch, I'm here to stay. 772, bitch, we okay. 772, bitch, we okay. Был уже аксакал нашего чарта. Мне кажется, ему переживать за себя не стоит. То вверх, то вниз, то в самом центре. Каждую неделю он удивляет меня и веселым клипом, и непредсказуемой позицией в проекте. Terrible, дружище, ты уж либо поднажми и напряги всех друзей и поклонников активно голосовать за себя, либо вылетай из чарта. Хотя есть идея получше. Снимай новое видео и кошкин линезер, как говорится. А пока Terrible на 6-м. Ты думал, Terrible юмор умер? Юмор не умер, твой кумир еще ведь юный. Не накопил на бумер или на гелик, но купил себе телек, чтобы смотреть свои клипы и верить, что попаду на телек. А пока нет денег, не остаюсь без дела. Работал барменом, спаивая всяких менов, суперменов, спайдерменов, бэтменов, мамбенов. Сюда. И у меня сегодня день рождения. Братан казах, бузло, ну-ка налей мне. За такое поведение в нашем заведении пинок падения и сразу в отделение. Я не хочу обратно в отделение. Кстати, вот здесь есть видео.
твое наблюдение. Нет, лови тогда на бед, и вообще нам на обед не помешал бы ед. Вот и кончился куплет. Когда я еду на тачке в очках и жую жвачку, все девочки по мне плачут, думая, что за пацанчик. Русик Бахадастин или Данчик, Пупсик наша милый или Жанчик. Это ж Тима Терри, Тимирханчик, нормальным юморепчиком он данчик. Папа говорит, ты же в своем деле фаворит, может купить тебе Lexus, какой-нибудь джип. Да нет, Lexus держать, жахдаем щитпит. Мне бы на пока камрюху гибрид. Шучу, балам не сами жеребер, за такой стимит. Или давай оформим новую тачку в кредит. А чё пап, сосан кредит, ты контролит. Шучу, балам не сами жеребер, за такой стимит. Бедный рубль упал, дядя все повыкупал. Нас казахов много, целый форум. Поздно, потому что дал другим братишкам фору. Зато в России теперь у него целый город. А я тогда не тормоз, знаю, где бизнес махта. Пригнал себе бешу с башелка. Я богат, мясо надо, отдам. Удархам, братан, тебе 1000 за килограмм. Не говорят, типа Тима, когда ты снимешь о фильме, когда-нибудь так и Дима. На самом деле мне стыдно, должен был я быть в эфире. Походу я там бессилен, походу буду на фильме смотреть чужие фильмы. И пусть пока не на джипе, рядом вовсе не фифы. Если ростом не вытяну и немного упитанный, зато дружу я с рифмами, я отлично воспитан. Если интересен я, майкните мне. Когда он едет на тачке в очках и жует жвачку, все мы по нему плачем, думая, что за пацанчик. Русик Бахадастин или Данчик, Пупсик наша милый или Жанчик. Это ж Тима Терри, Тимирханчик, нормальным юморепчиком он банчик. Сол голымда микрофон, он голымда домбра. Машинаға сенім жоқ, жорғалаймын жорға. Справа там гаишник, мен бұрыламын солға. Аға, я тут на мойку, я ненадолго. Мама говорит, балам үйленбесім бе. Пока молодая, хочу себе немере. Қайдағы немере, я еще сам бала. Еще одного Терри, бэйби, не хватало. Рано еще мама, нету бэйби мама. Все девки загуляли, не думая о главном. На выходные планы, дышу только планом. Где найти меня девушку, что засыпает рано? И утром и на пары, а потом обедварит. Уроки уже сделает и снова засыпает. Я найду тебя и буду твоим баем. Она пока бай, 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 бай. Когда я еду на тачке в очках и жую жвачку, все девочки по мне плачут, думая, что за пацанчик. Русик Бахадастин или Данчик, Пупсик наша милый или Жанчик. Это ж Тима Терри, Тимирханчик, нормальным юморепчиком он банчик. Банчик, я банчик. Он банчик, я банчик. Ой-ой-ой-ой. Лерой, Спин и Танир сегодня в центре на пятом. Таниру, видимо, сейчас не до дуэтных проектов. У группы Da Gooda Jazz вышел крутой клип, который мы представили в самом начале программы. Поэтому его совместка с Лероем и Спином на пятой строчке. Пацаны, сейчас вся надежда на вас. Все вместе заходим на muzon.tv в раздел Hip-Hop Chart и голосуем. Как прекрасно жить на этой планете, лететь вперед, подобно комете, через всю жизнь, пока ее кто-то комментит, чтобы взорвать огромную цель, что наметил, сорвать себя цепи, быть свободным, как ветер, проводить вечер с семьей, рыться в газете, поиски новой статьи, о своем концерте, вершить дела, дурачь при этом, как дети. Находить друзей на улице, а не в инете, работать, не ограничиваться в бюджете, ездить по миру на кабриолете, а не сидеть с утра до ночи в кабинете, верить и посверить, и будто бронежилете, знать, что любая беда отрикошетит, рифмовать, напоминая в каждом куплете, как же прекрасно жить на этой планете. В лицо дождь, в спину ветер, иду вперед, ничего не заметив, пусть небо солнце жжет, путь осветит, мне хорошо на этой планете, пусть даже льет в лицо дождь, в спину ветер, иду вперед, ничего не замети, пусть небо солнце жжет, путь осветит, мне хорошо на этой планете. Yeah. Как прекрасно жить на этой планете, колесить по миру, а не в планшете, разорвать кокон и спагетти, там, где солнце в зените, там уже не будет спалетти. Жизнь делает оборот в одно столетие, если не поймать его, он уху еле заметен. Когда Фореста остановил Земекис, я понял, что
Хватит уже за собой тащить ересь. Данком Шакила разбил их щит вдребезги. Ничто не заменит нам свободы, как в песне бременских. Точным броском Коби из Лейкерс решил исход, отправив все дерьмо к чертям почты в Федекс. Держите трое, моя челюсть, будто из пепла возродилась птица Феникс. Без лишних полемик, патетик, поверьте, нет прекрасней жизни на этой планете. В лицо дождь, спину ветер, иду вперед, ничего не заметив. Пусть небо солнце жжет, путь осветит, мне хорошо на этой планете. Пусть даже льет в лицо дождь, спину ветер, иду вперед, ничего не заметив. Пусть небо солнце жжет, путь осветит, мне хорошо на этой планете. Смити сегодня на четвертом месте. Крутой взлет из раздела новинки сразу на четвертое. Мои поздравления, чувак. Ждем новых песен и клипов. Кстати, мы бы с радостью сняли клевый сюжет о съемках вашего нового видео. Теперь мы выезжаем на все хип-хоп мероприятия и рассказываем о них в нашем проекте. У вас намечается что-то интересное? Скидывайте информацию на vj@muzon.tv, и наша съемочная группа обязательно прикатит к вам. Вот, а мы смотрим Смити, четвертая строчка. Сидеть кому на нем, то точно не вам. Отдающим предпочтение любви телам, друзей делам, не поделив ни с кем одеял. Я часто слышу, здесь затрут реки, протрут репет, а потом типа сотрут пепел. Сотри бред, ребит, называя это жизнь. Пакетика наши и вперед за гаражи. Рэп, это не то, что ты думаешь, мальчик. Это не нигеры, тёлки, шмотки и тачки. Это не скепы, нью эра, у мамы деньги клянчить. Рэп, это подача мельта по ребанчи. Мин, эргашон да тик, алла бастым. Пара тактикуем, дагана жаздым. Сонда танта распомина вызгер тугей. Мин, эргашон да тик, алла бастым. Пара тактикуем, дагана жаздым. Сондуктан тар вспомене өзгертуген. Құлдықта жүргендей, әттен түкірмегендей. Содан асқан басқа ағза жоқтай. Жабысып кенедей, бас екеміз келедей. Бізге жұмыс бередей. Ешқарсақ тастақтан өткізіп күш береді Прометей. Бірақ ол көріп келіп көр алмады болашақты. Біз кетіп қалдық шашырап. Еске алмастан өткен шақты еңбек қор Смитти. Тыңдап өскен Диф дейді. Қатты қорса да әріптесіне өтейік деді. Өсиет айту менің парызыма еш атпады. Күшім асып тасып жатқандай маған сөздер бақпады. Алайда менің рэп уағызым дем берді бауырларға. Қанаттарын қатайтып алып шықтым сол майданға. Ал бүгін шаршап кеттік итеріп сол қатындарды. Коммерция сол жақты барып жарсаш атымдармен. Тірлік етсем адамдармен бойында намысы бар. Ренжіме неге мойында сенің ісің тар. Мен әрқашанда тек алға бастым. Бара тактикоймда ғана жаздым. Сондықтан тырыспа мені өзгертуге. Мен әрқашанда тек алға бастым. Бара тактикоймда ғана жаздым. Сондықтан тырыспа мені өзгертуге. Тіліңді тарт шешең. Будни, ярость, сплю где-то. Там я был, быт тянет магнитом. Но я решил взять и прокрутить винил. Перемотал свою судьбу и вновь себе позволил коснуться до тех полей, где ни разу не ступали бутсы. Где королевы пялят блюдца, они тупо ебутся. Но мне пришлось вернуться туда, где тусят и прутся. Туда, где кокаин доступней порошка для стирки. Где найти досрочно повешенные бирки. Где каждой дырки овации ласкают слух. Милашки, цыпочки, конфетки. Не различаю шлюх. Да я вернулся в хип-хоп одна разовый. Уже не раз все тот же я, не бритый, но не вмазанный. С мечтой увидеть со сцены, как наполняется зал. Тащите мне свой Оскар, я вам все сказал. Мин,
Прежде чем мы узнаем, кто на третьем, давайте посмотрим сюжет о хип-хоп батле, который совсем недавно завершился в Алматы. Внимание на экран! В то время, когда в южной столице лил дождь, гости вечера разогревались и готовились к своим финальным выступлениям. Финишная прямая хип-хоп батла. За плечами организаторов 3 отборочных тура и 2 полуфинала. В батле пожелали участвовать более 50 человек. В итоговой схватке, словом, сразились лишь 10 лучших хип-хоперов Казахстана. Дабы судейство оказалось честным и независимым, в состав жюри входили не только именитые рэперы. Отборочные туры судили клипмейкер Валера Задорновский, Седрик Акани Мачо и Дильен из Мистерионс. Судьи финала Адели из группы Вазаби, Куна, представляющий студию звукозаписи Бакswood, а также рэпер Кича. Раунд первый. Участники выбрали по одному треку любого артиста из Black Star Mafia. Раунд второй. Свободный стиль. Пой, а точнее читай то, что хочешь. И тут о себе своим треком заявила мисс Мейрам Куль. Добавить нечего. Рэпу все возрасты покорны. Вот как распределились голоса жюри. Обладателем третьего места и сертификата на ужин в караоке-баре стал... Почетное второе место занял... А вот кто оказался лидером, вы будете очень удивлены. Участников оценивали по 10-бальной системе. Сложив результаты всех раундов, именно эта милая леди набрала наибольшее количество очков. Рэпер Китча отметил подготовку каждого участника и уделил особое внимание победительнице. Я на самом деле был удивлен. Подготовка артистов Агаты Пауэр сделала мир, и она заняла первое место, это очень радует. Вот она, счастливая обладательница первого места и билет на большой концерт Тимати в Москве. Мейрам Куль, далеко не юная рэперша, шокирует. Если честно ответить, я себя к рэперам не отношу. Я просто, ну, очень давно хожу в караоке, это вот как бы мое увлечение, и в караоке обычно вот Аллегрова, Пугачева, ну, как бы такой вот букет, да, наш. И мне как-то стало уже скучно эти песни, я решила, ну, что-то новое для себя попробовать. И вот в 50 чуть с лишним лет я начала пробовать рэп. Тетя Мейрам Куль рассказала о том, как готовилась к батлу. Ну, готовилась, просто слушала песню снова и снова, целыми днями. И пыталась вместе с вот оригиналом, ну, как бы этой песни вместе пропевать. Добавить нечего. Принимайте наши искренние поздравления. А мы напоминаем, наша редакция теперь выезжает на все хип-хоп мероприятия. Приглашайте. С радостью расскажем и покажем зрителям лучшего музыкального. VJ@muzon.tv. Не зря говорят, новичкам везет. Даниар Рахмеджанов на прошлой неделе, представленный в числе новинок, тоже круто взлетел и сразу в тройку лидеров. Голосуйте на сайте muzon.tv в разделе «Хип-хоп-чарт» за любимые клипы, и, быть может, ваш любимый рэпер тоже окажется в числе лучших. Мен сөзбен,
әріптен құралатын жаныңды жұбатып кейгізде жылататын мен суықпын көңілде мұз боп қатар және де еретіп жүректе от боп жанар мен шындықпын қара қылды қақ жаратын сүйегіңнен өтіп қанжардай қадалатын өтірікпін жалған бастап берер дауды өткір шешемін соғыспай жеңер жауды мен өлмеймін қолымын ұлағатпын сан ғасырлық тарихы бар сақталған мұрағатпын хақтының қолында төгілетін жырмын ақылсыздың аузында қадырсыз жетім құлмын мен қаһарлымын бұзатын қамал көз жетпесе бұрын жеткізетін хабар мен сөзбен батырға тұрдым берік сөз құмарға жолдас ділдәр адамға серік мен сөзбен қымбат ең арзан ең жұмсақ ең қатты ең жеңіл ең ауыр ең ащы ең тәтті сөзбен қымбат ең арзан ең жұмсақ ең қатты ең жеңіл ең ауыр ең ащы ең тәтті мен сөзбен боламын жұмсақ кейде қатты сыртқа шықтым іске қосып тілмен жақты мен арқылы шабыт шимайлады ақпаратты дауыстым қанша дастан қанша жыр кітапты мен қуанышпын сыйлайтын күлкі біреумен қасқыр біреумен арам түлкі бір жерде мәдениетсіз ұяттан бетер бір жерде болатын бәріне де үлгі салмағым тастан ауыр және де қылдан жеңіл мақтадай жұмсақ әрі болаттай темір қоятамын намыс сыйлаймын шаттық немесе намысқа тиіп кетемін кейде артық мен сөзбен тас жармасы башыратын адамзаттың құралымын пайдаға жарататын мен сөзбен атылған оқпын ғалымның хаты болып өзбейтін отмын мен сөзбен қымбат ең арзан ең жұмсақ ең қатты ең жеңіл ең ауыр ең ащы ең тәтті сөзбен қымбат ең арзан ең жұмсақ ең қатты ең жеңіл ең ауыр ең ащы ең тәтті сөзбен Балер наконец-то уступил пьедестал. Кому, узнаете уже совсем скоро. Сам он сегодня на втором. Кстати, с обновленным видеоклипом. «Бызды Колдасын» мы заменили на совместную работу с Элай. Видеоклип называется «Наша жизнь». Может, это поможет вернуться рэперу на почетную первую строчку. Чувак продолжает радовать новьем. 25 октября он представил новый трек «Умрден», который уже можно заценить на его страничке в VK. А знаешь, жизнь как бумеранг, ла-ла-ла. И это наша жизнь. И это наша жизнь. Прежде чем мы узнаем, кто сегодня на первом, давайте вспомним, как распределились ваши голоса на этой неделе. Начнем с новинок. Им очень нужна ваша поддержка. Эксклюзивная новинка от Гипноклаун Ваджрасатва. Знать, что будет завтра. Свидания, теплые дни. Дакуда Джаз вернулись с хитом до следующего лета. Но не перестали манить, да мы сами не на миг не встанем у них на пути. Проиграем в турнире, взрывом эмоций убить. Новичок Николай Работягов и видео «Осторожно, двери закрываются». Не позволяем, потом пожалеем, потом погуляем. Совместная работа Юнуса Перса и MC Сайлобека. Парни из Актобе, GMC и Ханем. Последняя новинка на сегодня – King Leader и Сырым.
А вот и долгожданный рейтинг. Открывает чарт Destiny с клипом One Life. Джа Калиб и Sunshine Lady на 9-м. Скриптонит и его стиль на 8-й строчке. Кейт Тайлер потерял 4 позиции, и сегодня он 7-й. Юморист Terrible на 6-м месте. Потому что дал другим братишкам фору. Зато в России теперь у него целый город. Лицо дождь, ты, но ветер, иду вперед. Лерой, Спин и Танир в самом центре нашего чарта. Пусть осветит мне хорошо на этой планете. Мин, Агашан, Датик, Алла, Баста. Смити сегодня 4-й. Данияр Рахмеджанов открывает тройку лидеров. Новое видео от Балера. Совместная работа с Элай. Второе место. Быть лидером почетно и в то же время очень рискованно. Сегодня ты на 1-м, завтра уже на 10-м. Да, в нашем чарте бывает всякое. Поэтому главное – это поддержка зрителей и поклонников творчества. Заходите на muzon.tv и голосуйте. Не забывайте также присылать свои видеоклипы на vj@muzon.tv. Напомню, что все хип-хоп-клипы в чарте появляются совершенно бесплатно. Что-то я от самого главного отошел. Первое место и тут ПП и ТТ с клипом ЗПТ. На прошлой неделе парни эксклюзивно презентовали свою видеоработу в хип-хоп-чарте. И зритель это оценил. Сегодня пацаны первые. Мои искренние поздравления. Продолжайте в том же духе. Дабы приумножить прибыль, прикорми всех рыбок. Личный выбор, слезы видеть, либо уймы дорогих тебе улыбок. Местный бизнес ближе не совсем купить, ты чаще вынес. Игра с огнем, от обладателей приза. Теперь ты понимаешь сам ведь, как с головою погрузился в эти дайвинг. Когда идут мешка, теперь все больше варит. Это как кубик Рубика, вертеть без знаний тут не варик, парень. От безысходности кусая локти, дабы готовым быть не рвать на себе волосы в куче навоза. Давно включил, что можно, я плевал, кто как вывозит. Прополоскает тут не лыбу в 32 кости. Бей так, чтобы невозможно было выловить. Было выловить и утратить от удара. Бей так, чтобы невозможно было выловить. Было выловить и утратить от удара. Срезаем угол, бросаем джебы, хватаем жреби. Приносим жертву люди окраин с гербом МЖ. С нами пустыня, она может поведать о многом. Здесь что ни кусто, выращенный Богом. Не трогай, смотри, здесь поднебесная вяжет узлы. Лузы в узах не станут, уже лучше не рыть забыл. В душах покой стыд, покой их застывший быт. Там гроулинг сменяет крик, и факторы мечутся рыба. Ходить по граблям, оставлять следы на лобовине. Будьте по травмам и под синей тыквой клинить. Искать себя внутри дубины, либо глыбы раскопать в конце концов кретина и убить. Бей так, чтобы невозможно было выловить. Было выловить и утратить от удара. Бей так, чтобы невозможно было выловить. Было выловить и утратить от удара. Бей так, чтобы невозможно было выловить. Было выловить и утратить. Можно было выловить. Было выловить и утратить удара.
Серьезные перемены в чарте. 3 недели подряд Балер возглавлял наш топ. На этой новички сместили пацана на второе. Как видите, здесь возможно абсолютно все. Голосуйте, не покладая рук. Рассказывайте о нашем проекте на своих страничках. Не забывайте делать репосты выпусков проекта. Если вы не в курсе, теперь хип-хоп-чарт можно найти и в сети в официальной группе телеканала Музон ВКонтакте. Каждую пятницу свежий выпуск. Голосуйте на сайте muzon.tv в разделе «Хип-хоп-чарт» и присылайте свои видеоклипы и интересные новости на vj@muzon.tv. В общем, всем удачи! Борьба ожидается нешуточная. 6 новинок и 10 топовых хип-хоп-клипов. Что нас ждет на следующей неделе, покажет только время. С вами был Руслан Асанов. До встречи в эфире!